данный закон – это просто, знаете, как вот ноу-хау такой в юриспруденции. Вот нигде в мире нет криминализации сепаратизма, а вот в Молдове появилось. Вот они впереди планеты всей в своих интересах, правда. Но то, что это противоречит всему европейскому законодательству, уставу ООН и декларации независимости, они скромно умолчали. Я еще раз говорю, уважаемые господа политики молдавские, внимательно почитайте свою декларацию независимости, которая имеет высшую юридическую силу на конституции вашего государства. Вы должны, безусловно, ее выполнить с первой буквы до последней. Понимаете или нет? Не только в части румынского языка, что вы сделали, а вообще. И соответствовать этой декларации.